это на волне именно этого скандала, как знает город, уволился Поперечнев Дмитрий Николаевич из администрации, с должности заместителя главы администрации, причем первого заместителя главы администрации. И выясняется, что сегодня этот человек возглавляет данное учреждение, профессионально-техническое училище. Моя позиция такова, что я считаю, не может такое лицо, которое имеет определенный облик, быть руководителем образовательного учреждения, поскольку здесь воспитываются дети, обучаются дети после школьной скамьи, приобретая профессиональные навыки, приобретая среднеспециальное образование. И это дети, которые формируют свой облик, формируют свое сознание как гражданина. И я считаю, что не может такое лицо возглавлять данное учреждение. Тем более по городу нещадно ползут слухи, что он якобы желает трудоустроить в это же учреждение Мурнина. Это бывший руководитель управления имущественных отношений, и его заместитель Лаврентьеву. Уж случится это или не случится, подтвердятся данные слухи, не подтвердятся, пока знать не могу. Но если и вдруг и это произойдет, то это будет просто вопиющее. Более того, знаем, что эту должность Дмитрий Николаевич получил по договоренности. То есть, несмотря на то, что он оставил пост заместителя главы администрации, да, он имеет образование педагогическое, да, у него есть диплом педагога, и в прошлом он преподавал историю, насколько мне известно из его автобиографии. Но, тем не менее, работая заместителем главы администрации и имея определенный шлейф человека, который может уничижительным тоном разговаривать с населением, уничижительным тоном разговаривать с правозащитниками, с такими, как Караман Наталья Леонидовна, я считаю, что такое лицо не может возглавлять образовательное учреждение. Это моя позиция, это мое четкое, твердое убеждение. Как человек, может быть, дать шанс человеку? Ну, извините, это же не исправительно-трудовая колония, где надо исправляться. И если ты в своей жизни совершаешь определенные действия, и ты желаешь занимать определенные должности, значит, ты должен соответствовать и моральному облику, и своим мыслям, и своим поступкам. Поэтому исправляться, как другие там говорят какие-то, ну, извините, это же не полигон для испытаний дети, правильно? И для того, чтобы давать какой-то человеку шанс, это же не основание назначать его в такие учреждения. Мною вчера было направлено письмо в адрес губернатора для того, чтобы он обратил внимание на эту ситуацию и предпринял какие-то меры. И также мною было направлено письмо в Министерство образования и науки Российской Федерации в адрес Васильевой. Думаю, что оно не должно остаться без внимания. История уже так начинает дурно пахнуть. Во-первых, истории как таковой нет. Вот, я думаю, что, наверное, пора будет уже как-то обозначиться по самому факту. Вот, конечно, медийно, к сожалению, подкрепили те средства массовой информации, которые взяли на вооружение, значит, несуществующий факт. Значит, ну, как к пикету отношусь, как можно относиться к пикету, в основе которого, значит, лежит откровенная ложь. А в отношении правозащитницы, ну, здесь без комментариев, она у нас эксперт по всем вопросам. Пусть это на ее совесть остается. Если вы никакие судебные тяжбы развивать, это... Ну, мы посмотрим, куда будет выходить ситуация, но думаю, что пора уже, наверное, как-то обозначить. Потому что, на самом деле, уже, наверное, у людей начинает складываться мнение. По крайней мере, эти средства массовой информации интенсивно его пытаются сформировать.